творческой силой создадим актерский резонанс, светом славы звезды зажигая, вас встречает актер ТВ-шанс. Я приглашаю на эту сцену Крымского Владимира, который является директором Союза писателей России. Аплодисменты! Спасибо, друзья. Я пришел на эту замечательную вечеринку поздравить вас с наступающим Новым годом и внести какую-то маленькую изюминку в ваш музыкальный вечер. Моим подарком или просто выступлением, если можно так сказать, будет маленький рассказ, стендап. Это не то, что сейчас новый, говорят, стендап, все хорошо, все новое, хорошо забытое, старое. Настоящий стендап, первым, кто читал стендап, это был Марк Твен. Вот он читал свои юмористические рассказы со сцены. А то, что сейчас называют стендапом, это по одной маленькой, по одной пословице, как говорят, что вижу, то пою. Это будет немножко другое, потому что я профессиональный писатель, поэтому я прочитаю стендап, но это такой легкий юмористический рассказ, как раз вот о вечном. Из рассказа «Убегающие». Почему мужья бегут налево? Почему, почему? Потому. Ты видишь красивую девушку, ты видишь самую красивую девушку. Солнце, солнце, которое улыбается тебе. Целый миг, вечность. Таешь под ее горячими лучами, под ее обжигающими лучами, как снежная гора, на которую она подняла тебя, на самую красивую гору мира, Арарат. Таешь, как конфета, истекаешь всей своей бессознательной плотью, и она поглощает тебя собой, солнце. Солнце ее плавящих глаз, способное растопить вершину любой горы, камни, способные превратить их в огненную лаву, если ты камень, но ты уже не сопротивляешься. Такие красивые глаза вселяют собственную значимость, потому что она посмотрела на тебя. Она смотрела на тебя целый миг, вечность. Поэтому ты не можешь быть простой карамелью, только плиткой гвардейского шоколада и готов добровольно таять на губах, тая. Как она смотрит на тебя, поглощая, как достойно сопротивляешься ты, тая, а твоя несчастная, счастливая душа, брошенная к ее ногам конфетным фантиком, которым уже кружит ленивый ветер, сопротивляется, но не сопротивляешься ты, царица, Тамара. И где бы ты был теперь, и что от тебя осталось, а ты на вершине мира. Облака из нее перетекают в тебя, из тебя в нее соединяют. Великая гора скрепляет ваш союз. Не тетка с рыбьими глазами из ЗАГСа. Ты улыбаешься, она улыбается. После чего, наконец, ты пытаешься заговорить с ней. Она продолжает улыбаться. А у тебя временно улыбки уже нет. Ты мужчина. В облаках этого было не разглядеть. Только когда спустишься на землю, при осенне-весенних обострениях ты будешь хвататься за голову прямо за семейным столом. Все улыбаются, кроме тебя. Только поздно вечером тебя ждет какая-нибудь тарелка супа, в которой осталась чья-нибудь последняя улыбка, запечатленная на фоне радужного пространства семьи. И ты улыбаешься, привыкая ко всему веселому. Если количественный состав ложек будет способен целый пруд замутить, то какая рыба может спрятаться в твоей тарелке? Если вас немного, то что-нибудь останется. Ты спокоен, ты улыбаешься и начинаешь мутить то, что осталось, пока не услышишь от самого маленького, что все рыбки уплыли спать. Ему тоже надо с кем-нибудь говорить, раз научили. И ты бежишь налево поесть. Спасибо, друзья. Спасибо, браво!